Еще в конце прошлого года в Иванове появился ультрасовременный центр дополнительного образования для школьников «Кванториум Новатория». Записаться на занятия успели, увы, далеко не все. Количество мест в группах ограничено. Чтобы ребята на собственном опыте поняли, что же такое технопарк, руководство устроило серию увлекательных экскурсий для всех желающих. Чтобы максимальное количество деток смогли сюда прийти и познакомиться с оборудованием, с направлением деятельности, было принято решение каждую среду в течение декабря и января проводить такие ознакомительные экскурсии в виде квестов, чтобы ребята прошлись по всем направлениям, нашим квантумам, смогли познакомиться с оборудованием и попробовать его в деле. Чтобы своими глазами увидеть современные технологии, будь то дополненная реальность или самоходные роботы, нужно записаться на экскурсию. В день центр может принять до 60 человек. Педагоги в интерактивной форме рассказывают о своем направлении, предлагают выполнить несложное задание и отвечают на любые вопросы. Словом, знают, как заинтересовать публику. В этом зале внимание приковано к квадрокоптерам. Программировать их хочу научиться больше всего, потому что ты можешь напрограммировать его так, как ты хочешь, например, хочешь, чтобы он висел, например, в воздухе определенное время и на определенной высоте. И ты можешь его запрограммировать так, и он будет делать то, что ты запрограммировал. Почувствовать себя настоящим программистом гостям предложили в IT-классе. Задание – составить программу для робота. На начальном этапе никакого сложного кода, все в игровой форме. Результат своего труда виден сразу. Робот последовательно выполняет заданные команды. IT-направление включает в себя программирование как нативное приложение, то есть это приложение для компьютеров, для смартфонов, так и веб-приложения, различные сайты, веб-сервисы, а также у нас есть такое направление, как электроника, то есть мы создаем устройства на базе микроконтроллеров. Ребята, которым не удалось попасть в технопарк в этом году, благодаря экскурсии могут понять, какое именно направление интересно им больше всего, а уже в следующем учебном сезоне записаться на курсы и углубленно его изучить. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.